Количество опасных для купания водоемов в Кировской области выросло. По данным регионального Роспотребнадзора, проверку по микробиологическим показателям не прошли. Река Вятка на Филейском пляже, Вятка на пляже ЛПК, карьеры в Стрижах, Большой Кирсинский пруд, пруд в поселке Уни, Вятка в Котельниче, река Большая Кокшага в поселке Санчурск и другие места отдыха. Превышение санитарно-химических показателей выявлено в реке Вятка в районе Дока и в районе Старой пристани в Орлове.